На совещании уточнили, больше всего обращений амурчане направили в адрес Министерства ЖКХ – около 980. На втором месте Министерство социальной защиты – почти 850 обращений. Замыкает тройку лидеров Государственная жилищная инспекция Приамурья – 446 заявок. Также с октября заработала мобильная приемная губернатора. На сегодня поступило уже 64 обращения. Их подали жители Октябрьского и Мазановского районов. В ноябре запланирована работа мобильной приемной с участием Министерства ЖКХ и Государственной жилищной инспекции в Магдагачинском районе. Также стало известно, что в этом году уменьшилось число обращений на имя президента России, которые были направлены на рассмотрение в областное правительство. Так, в 2018 году таковых было 1580, а в 2019 – 1136. На заседании правительства рассмотрели и вопрос прохождения отопительного периода в регионе. Было отмечено, что сегодня фактические запасы угля на складах составляют 119%, мазута – 155%, дров – 69%. Дополнительно заготовлено еще около 1500 тонн дров, которые находятся на лесных делянах. Поставка топлива ведется согласно графику.